29 мая Владимир Путин провел расширенное заседание Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссии Государственного совета по направлениям социально-экономического развития страны. В заседании принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. Открывая заседание, Владимир Путин обозначил приоритеты развития страны. Сбережение народа и благополучие российских семей, укрепление здоровья жителей, возможности для максимального раскрытия способностей и талантов людей, создание комфортной среды для жизни, улучшение экологической ситуации, повышение устойчивости экономики. Напомним, что накануне в формате круглых столов участники нынешнего заседания обсуждали, как выстроить работу по достижению национальных целей. Президент отметил, предложение субъектов необходимо проанализировать. К подготовке новых нацпроектов привлечь регионы, бизнес и гражданское общество. Масштабные программы должны быть нацелены на решение общих системных задач, важных для всех граждан страны. Глава государства поручил до конца текущего лета составить и скоординировать между собой национальные проекты. В рамках указа от 7 мая предусмотрена реализация 11 национальных проектов. Комментируя итоги заседания, губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил, что в числе приоритетных для страны и регионов названы именно вопросы демографии. Это работа по поддержке развития многодетных семей, молодых семей, семей с детьми. Второе – это продолжение работы по модернизации школ и дошкольного образования. Это модернизация системы здравоохранения, которая у нас активно идет по региону. Кроме того, предложено и поддержано президентом, что все национальные проекты должны иметь, прежде всего, главную цель – это эффективность и целеполагание для семей, для молодого поколения, которые в их семьях растут, и, конечно, для профессионального образования и участия молодежи в развитии национальной реальной экономики.